Всего будет 6 вопросов. Отвечать нужно обязательно вслух и очень быстро. На каждый ответ у тебя будет всего 3 секунды. Итак, поехали! Большинство людей дали именно такие ответы. Пушкин, курица, яблоко и нос. Если и ты ответил так, то ты входишь в 95% людей со стандартным мышлением. Да-да, 95% людей называют именно эти ответы. Если не веришь, протестируй своих родственников и знакомых. Если же у тебя были другие ответы, то ты среди 5%, которые имеют другое нестандартное мышление. Любишь тесты? Ставь лайк. И, конечно же, подписывайся на мой канал. Всех люблю. Ваша бабушка Шошо. -шо.